Самые веселые, забавные, потрясающие анимации про Хаги Ваги и Фредди и маме длинные ноги обязательно забить до самого конца, это просто нечто. Я чуть стул не сломал. Ставьте лайк, если вам нравится Хаги Ваги и ФНАФ. За 3 секунды, быстрее, давай, 3, 2, 1, давай! Быстрее, а ты чуть не подавишь. Не надо, дядя! Не надо! И обязательно подписывайтесь на авторов, у меня с ними договоренность. Давайте их поддержим. Подписывайтесь на канал, если вот, например, чтобы еще больше не пропускать. Жмите как можно сильнее по колокольчику. Жмите как можно сильнее, давай! Сегодняшних героев ждут потрясающие испытания. Думаю, они с ними справятся. Да, усаживайтесь поудобнее, поехали. Начинается у нас все с Фредди. Он фонариком ходит по заводу Папи Плейтайм и что-то ищет. Сейчас на него что-то нападет 100%. Кто это? Кто-то смеется. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Покажись! Кто это? А, это маме длинные ноги. Как она вообще там оказалась вообще, ребят? Эй, браточек, что как дела? Я так рада тебя видеть. Тебя здесь давно так не было. Кто ты? Не подходи ко мне. Я мама длинные ноги. Куда ты собрался, родной? Ой, нет, не трогай меня, пожалуйста, нет! Ты будешь со мной. Она его похитила. Ёлки-палки, что она с ним будет делать? Тут пришел Хаги. Вместе с Киси-Миси и девочкой. Этой куклой. Куклой. С Папи Плейтайм. Я заставил вас долго ждать. Нет, нет, нет. Мы только что сюда пришли. Не беспокойся, Хаги. В общем, я так понимаю, это их дочка какая-то, не знаю. Небрачная, небрачная, не знаю. Но их ребенок не так должен выглядеть. Ему прилетела листовка с расположением заброшенного парка развлечений. Хотите туда пойти? Хаги-Ваги, очень... А, все-таки хорошая затея. Я думал, плохая затея. Хорошо, давай пойдем туда. Посмотрим, что там. 100% их что-то необычное ждет. Хаги-Ваги на следующий день ждет их в этом месте, где они договорились встретиться и пойти в это место. Что вы делаете? Я вас очень долго ждал. Прости нас, пожалуйста. Мы немножко были заняты. Ну ладно, Хаги-Ваги добренький, он простит. Тё, хорош болтать, пойдемте. И там, оказывается, будет у нас Фредди и мама длинные ноги. А это зовут Хаги-Ваги. Хаги-Ваги не помнит, как он родился и как он там оказался. Ой, наверное, нет. Какой-то странный. Все-таки Хаги-Ваги, Киси-Миси. Они, по-моему, они все время там знакомились. На этом заводе. Вот он. Посмотрите, вот он зовут. Там Хаги-Ваги нарисован. Как он себя не видит? О, я вспоминаю, я же здесь родился. Хаги-Ваги. Я чувствую себя здесь как дома, действительно, как дома, и она должна себя здесь чувствовать, как дома, какие-то красные глаза. Ай, помогите, помогите, нет! Эй, что с тобой? Что случилось? Почему ты плачешь там? Посмотри, там какие-то красные глаза, что они делают? Они на нас смотрят. А это маме, это маме. Вы пришли ко мне. Не бойтесь, я вас просто съем. Какая коварная. Маме, нет, пожалуйста, нет. Их трое, а она одна. Почему они ее испугались, я не знаю. О, ребята, какие вы непонятные. Опять пришли в это же место. Ха-ха-ха, она за ними следит. Что? Бежим, прячемся, прячемся, прячемся. Где вы? Мои сладкие пупсики. Я за вами иду. Ха-ха. Фух, она ушла. А вот он, Фредди. Ну, она его похитила, как мы помним в начале. Фредди. Ну, пожалуйста, не кричите. Я здесь охранник. Что с тобой случилось? Почему ты такой потрепанный? О, как же долго объяснять. Я бежал от мамы и пытался покинуть это место, но встретил вас. Но я так понимаю, он уже зомбирован, и она что-то с ним сделала, это маме. Я, конечно, в этом не уверен, но по нему можно так сказать. Вот она, маме. О, вы здесь, ребята? Куда вы собрались? От маме. Вы, ребята, прячьтесь! Я вас прикрою! Я вас спасу! Он достает брастер. Все, тебе хана, если ты подойдешь. Уходи, уходи, иначе я буду стрелять. Ха-ха-ха. Напугал ежа, как говорится, голой попой. Ха-ха-ха. Он стрельнул в мост, и он развалился. И он сам погиб. Нет, не погиб, он успел убежать. Вы должны здесь оставаться, или как можно быстрее уходить отсюда. А маме скоро вернется. Поймала она его или нет? Не знаю, интересно было посмотреть, что они бы сделали. Маме бежит за этим, как его называют-то? Игроком. Забыл. Стоп! Давай! Я тебя сожру сейчас!
Он сейчас возьмет и на голову ей скинет ящик. Она сейчас упадет. А ты сейчас упадешь же. Все, маме больше нету. Маме больше нет. Они за ним. Он пришел ко мне на завод и хочет что-то забрать. Он дает ей отпор. Он снова решил эту схему отработать. Скинуть на нее ящик. Но не получилось. Ха-ха. Я увернулась, братачек, у тебя не получилось. Трескается, трескается мост. И она сейчас снова упадет. И Хаги-Ваги снова придется ему ее лечить. Ой-ой. Останови. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Она решила себе как-то привязать, что ли? Или что? Что? Сильно завязала себя, сильно завязала себя, родная. А я здесь. Ты меня не поймаешь. Нет, нет. Все, тебе хана. Я опять тебя скинул. Как он мучает эту маме? Как он ее мучает? Хаги-Ваги не понимает, что делать. Как поймать этого игрока? Который очень-очень наглый. Он опять ей... Шла, давай, иди, лови его, ёлки-палки, сколько я буду ждать? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты здесь? Но все-таки он и испугался. Он подумал, что это какая-то мумия, зомби. Ха-ха, браток, браток! И сюда. Ну, он опять повторяет одну и ту же схему по сбросу этого ящика, дропа. Гениально, она додумалась до этого. Как он нашел угол? И как он опять это кашляет? Он не может это терпеть. Давай, маме. Еще раз, еще тебя подшаманил. Он еще больше ее забинтовал. Что он с ней будет делать? Зачем она ему снова повторяется? И снова, и снова. Она уже на инвалидной коляске. Иди быстро! Лови его. У меня письмо. Завещание какое-то или что? Нет, это письмо об... Какие хорошие я пирожные испек. Или тебе плохие новости, браточек. А она решила сделать пакость. Это папе. Она зло добавила в эти капкейки. Да, ребята, попробуйте. Я старался, делал все для вас. Стой. Сломанные эти харцы... Какие харцы, что ты несешь? Сердце, сердце. Киси Мисси съела и превратилась в черного монстра. Киси, пожалуйста. Она его саданула. Ха-ха-ха, Хаги-Ваги. Ой, плеер, я что я с тобой сделала? А папе смеется. Она это все это сделала из-за зла. Что с тобой, игрок, игрок? Пожалуйста, очнись. Нет, что ты сделала с ним? Ха-ха, Хаги-Ваги. Очередь за тобой. Сейчас я тебя съем, пожалуйста, ешь меня. А папе все злорадствует, папе все хочет разрушить их дружбу, любовь. Но мы знаем, единственное лекарство от зла — это любовь. Слезы, грусти и вот эта вся оболочка черная сразу разлетается в разные стороны. Это действительно помогает от всякого зла. И папе расстраивается, он ее жалеет. Кейси, посмотри, вспомни, как ты с Хаги была, вспомни, размягчи сердце свое. Ой, я всегда была такой злой. Короче, все заплакали, все вспомнили, что доброта, 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 но нет, Кейси Мисси, вы мой обед. Но у нее раздвоение личности, борьба между добром и злом. Папе почему-то решила их спасти. Что-то в ней такое ёкнуло. Что она решила обнять. Обнимашки спасают. И они становятся добренькими. Все, я так рад, что ты вернулась. Ты такая добренькая, папе. А папе... Папе, приветик. Ты забыла кое-что? Спасибо тебе огромное. Ты сделала это для нас. Давай дружить. Чмок-чмок. Как это мило, теперь они вместе и любят друг друга. Неужели она такая злодейка? По-моему, она очень даже добрая. Опа, киси-миси, кили-вили, на тебе, слушай, что ты ко мне пристал, братанчик? Ха-ха, а тут и Фредди, они вместе сидят в школе. Ё-моё, ничего себе, вот это анимация. Они все в школе, Хаги-Ваги на коляске приехал, инвалид какой-то. Ё-моё, кили-вили, что-то смеется над ним, ой. А Киси Мисси стало жалко его. А чё он смеется, я не понимаю. Типа на коляске? Или что-то в этом роде? Ой, Хаги, приветик. Так познакомились, Киси Мисси. Опа. Стоп, что? У вас тоже есть фотография одноклассницы? Вам она нравится, и вы мечтаете
они каждый вечер так и делает Фредди. Посмотрите, у него фотографии Кисси-Мисси, у него не чувство, она ему не безразлична, и он ревнует ее к Хаги-Ваги, а Кисси-Мисси понравился Хаги, а из-за жалости, возможно, а может быть и нет, может потому что они похожи, то есть это Кисси-Мисси, Хаги-Ваги, одна и та же игрушка, ланчбокс его упал. Его обед упал. Вообще какой-то плохой этот Фредди и Килли Вилли. Они над ним издеваются. Зачем они над ним издеваются? Что они делают? Зачем они довели его до слез? Вообще какие-то вообще безбашенные ребята. Ой, ты голодный, давай я тебе кормлю. На, держи леденец. Леденец, да, вот это еда. У нее там были котлета, картошка, а она ему предлагает леденец. Не, ну, конечно, спасибо, да? Но он хотел нормальной еды. Но, видимо, ему было достаточно. Они ему скинули на голову мусорный бак. И начинает они возвиваться. Эй, пошли отсюда, на тебе по башке. Ну, пошел отсюда. Быстро свалил от Хаги-Ваги. Он мой любимый. Хаги, никто тебя не будет обижать. Ты под моим присмотром. Я тебе хотел принести парные браслетики. Теперь мы вместе. О-о-о! Хаги-Ваги, Кисси-Мисси, чмоки-чмоки. Смотри, у них теперь есть собственный дом. Она за ним ухаживает. И что? Они в школу не ходят, что ли? Я не понимаю. А он боится высоты, получается? Или что? Не знаю. Но они любят друг друга. Опять Фредди над ней издевается. Она пришла в школу. Фредди, что ты надел? Помнишь? Фотоснимок. Как мы целовались, Хаги-Ваги. Кайф. Он ревнует все-таки. Он ревнует. Love you. 9 вечера. Коробка конфет. Он идет на поправку. Теперь на костыле одном ходит. Без коляски. Опа! Он хочет его скинуть туда. Какой же коварный этот Фредди. Елки! Он все-таки это сделал. И он упал в канализацию. Ё-моё! А как он выберется оттуда? Не, ну вообще Фредди какой-то, извините меня, козел! Потому что... Зачем он это делает с Хаги-Ваги? Вообще ненормальный, что ли? Его поступки осуждающие, если честно. Он не пришел на свидание с Кисси. Не переживай, он тебя бросил и забрал Кисси-Мисси. Она ушла с ним. Ёлки-палки. Нет, Кисси-Мисси, я думаю, не глупая. Я думаю, не... Что? Она думает то, что он с ней разорвал отношения? Год спустя? Что? Год прошел. Не, ну, конечно, поправился. С ним все нормально. На тебя по мордасам! Ты что делаешь? Ты... Ой, прости, Хаги-Ваги. Мы просто друзья. Где Кисси? А Кисси? Кисси одна осталась? Она ждет. Она ждет Хаги. Да ладно. Хаги, ты вернулся! Хаги, любимый, ты здесь! Хаги-Ваги, елки-палки, как тебя давно не было! Они поженились. Не, ну, как-то она ждала долго. Какой-то Фредди, конечно, подзарядить, они хотят его воскресить. Но это ж, получается, он же не живой, это как робот, плюшевая игрушка. Елки, капец, вы скажете. И я скажу, посмотрите, маме заперли в клетке, и тут у нас злобный коварный Монти. Что он сделал? А, он его взял под стражу. Зачем он ее посадил в клетку? Зачем посадил в тюрьму? Что он хочет сделать? Он опыты какие-то проводит. Ё-моё. Какие-то они сумасшедшие эти ребята. У него выпал ключ из штанов. Но у нее длинные руки, ноги. И она может достать, я так понимаю, до любого места. И не только до Монти, и до ключа. Она вышла. Коварная там Кисси-Мисси, хотел сказать. Маме длинные ноги. Фредди не понимает, куда она делать. Что ты... Ты чё? Ты чё спишь? Просыпайся, крокодил вонючий. У тебя убежала маме. Что ты наделал? Тревогу давай устраивай. Маме, давай быстрее беги оттуда, пожалуйста. Опа, она превратилась в милую девочку. О, ничего себе. Оу, он влюбился в нее? Нет. Ты видела маме длинные ноги? Нет, не видела.
А он не заметил то, что они с ней очень похожи? Фредди. Фредди, столкнулся с Фредди. Он влюбится в нее? Ой, сейчас ее поймает. Что? А кто победил? Он ее побил и кинул в клетку. Что он делает? На тебе, сиди там. Бред какой-то. Она убежала. Она очень долго бегала, согласитесь. Ну что, Грегори, Ваня на тебя глаз положил, но тут, ребят, появилась маме. Маме тоже хочет с Грегори подружиться. Приветик, Грегори. Давай дружить. Эй, ты чё? Ты чё, на Грегори решила замахнуться? Она боится. Ой, Грегори, пожалуйста, спаси меня, пожалуйста. Эй, не трогай Ваня. Сумасшедший? Какой грозный. О, Грегори, ты меня спас. Что нам делать? Я не знаю. Ты у меня самый лучший защитник мой. Она побежала за бабочками, сейчас наткнется на маме, и та ее, наверное, скинет в речку. И завоюет Грегори. Ну, как обычно случается. Она реально упала. Она реально упала. Кролик, крольчиха, пожалуйста, давай руку. Да, и ты упала. Ты, он ее спас. А маме спасла ее. Теперь они подружатся. Теперь они... Он хочет ее поцеловать? Или кого он хочет? Ой, спасибо тебе огромное, ты меня спасла. Вау, ничего себе она превратилась. Они теперь втроем дружат. Бойфренд и герлфренд. Эй, приветик, давай познакомимся. Тут... А, не в автобусе, не делаешь. Куда ты руки распустил? Какой он злой. Что он хочет сделать? Она ему к нему прикоснулась, и он ее стукнул. Гениально, чувак, гениально. Прикольная анимация, ребят, согласитесь. Лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать. Жмите как можно сильнее по колокольчику. Рассказывайте друзьям, посмотрите на плейлист с этими анимациями. Вам понравится, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы, это специально для вас. Это еще одно видео про хаги-ваги, которые я для вас выберу. Так эти, ребят, вы не пожалеете. А с вами, как всегда, я, Арайли. Здоровья, там, счастья, успехов, всего самого наилучшего. Бегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы, будьте, конечно же, здоровы. Увидимся уже в новых видео. Пока.